Мы делаем это, не продвигая кого-то на предстоящие выборы в наше правительство. Мы делаем это для того, чтобы собрать деньги для ильичевцев, во-первых. По средам у нас также проходят акции возле Таврии, где мы собираем продукты, которые отвозят в воинские части, и там уже ребята балуют себя сладеньким и всем остальным, что мы опять же с вами покупаем, собираем и отвозим им. Молодежный фонд «Дети» и «Москва организация права» сегодня проводят 16-ю акцию «Бережемо життя». За проведение 16 акций, это приблизно 4 месяца, вышло 4-5 месяцев. За цей термин зібрано більше 400 тисяч гривень, які прошли поспущені всі на придбання солдатам, які знаходяться в районі АТО, в районі Маріуполя, в районі Донецька, в районі Луганська. Починаючи від верств і кончаючи оптикою, є люди громадяни, є люди раби, є люди лакеї. Якщо подивитися кожну в свій паспорт, то на другій сторінці написано «Громадянин України». І громадянин України має зрозуміти, що він має захищати свою державу. Слава Україні! Я люблю свою родину, вроде бы, хоть порою искал и другой судьбы, но на север, юг, запад и восток никогда не делил я страну, брату. Я люблю свою родину, вроде, но когда снова у власти сидит оно, вороватое, глуповатое, все надежды Майдана опять нае. На Майдане стояли все вроде бы, власть в итоге сменили мы якобы. ООН поддержала нас, будто бы. И нам стало жить легче, если бы. Мы же всех победили, вроде того. И наверх посадили мы своего. Ну а свой свои, а свои свои. И имеем правительство никаких. Мы все честные граждане вроде бы. И почти не воруем у родины. Но Луганск, Донецк любим до тех пор, пока вдруг не вывесят триколор. На защиту готовы встать, будто бы. Но вот так убежать не хотелось бы. И России мы показали факт. А по факту нет Крыма. Как-то так. Я люблю свою родину.